Вместо конкурса «Евровидение» 16 мая покажут грандиозное музыкальное шоу. На нем выступят певцы, заявленные из 41 страны на конкурс этого года. А также споют звездные конкурсанты прошлых лет. Шоу будет длиться около 2 часов. Концерт покажут на YouTube-канале «Евровидение». Список других вещателей и всех артистов будет опубликован в ближайшее время. Напомним, что «Евровидение» 2020 года отменили из-за эпидемии во всем мире.